лет Максимов Василий Михайлович, участник четырех войн. Во время Великой Отечественной войны воевал на Ленинградском фронте, принимал участие в прорыве блокады Ленинграда. Во время боев был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся обратно в строй. За участие в войне был награжден боевыми наградами. Два его сына Николай и Александр, пройдя всю войну, погибли в Восточной Пруссии. Я желаю ветеранам здоровья и чтобы дети, внуки и правнуки помнили ваши подвиги.